Мамочка! Мам! А ты что тут делаешь? Все, ухожу от вас. Куда? Потому что невозможно столько есть. И не есть у вас тоже невозможно. Вот приходится теперь ходить тут, сгонять все лишнее. А то скоро будете дверь выпиливать, чтоб я пришла к вам. Мамочка, ты идешь, чтобы есть? Ну, в какой-то степени да. Мне еще нужно столько слопать, я столько не попробовал еще, что надо какой-то находить предел этому. Потому надо сколько съел, столько согнать. Теперь буду постоянно тут ходить, и буду, чтобы как все в форме находиться. Как то, как все? Откуда это? Да вон у вас это самое насмотрелось видео. Люди едят и такие вот худенькие. Наверное, они гоняют по 10 километров в день. Ну я же тебе говорила, что они полностью занимаются своим телом так же внимательно, как едят. Да. Вот я тоже буду полностью заниматься своим телом, чтобы побольше поесть. Взяток вкуснятины. Ой, у тебя, мам, впереди картина такая мотивирующая, да? Конечно, ты посмотри, зять-то вообще красавчик. Да и ты тоже свеча. Так, мама, в планах сегодня какая дистанция? Ну, 3 километра надо пройти. Ну это серьезно. Ну да, надо походить, серьезно. Так, что там, сколько еще? Еще недолгий, не близкий путь. Еще полчасика, наверное, 40 минут. А что на 4-то? Давай скорость повысим. Давай, маленько только. О! Так. Это исторический момент, это надо снять. Скоро сдохну я уже. Мамочка, я в тебя верю. Самое главное в себя поверить. И вперед к обеду на финишную прямую. Слушай, столько энергии проголодалась, но пора идти загружать кастрюли. Мамочка. Я придумала меню сегодня бескалорийное овощное. Так что все, пошли. 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 У тебя сегодня разгрузочный день, да? Да, я тебе сейчас покажу, что мы там сейчас делаем.잠깐만요. 나름이 아니라 저에게 1분 30초만 주신다면 여러분들이 거의 모르고 놓치고 계셨던 지원금 77만 원을 받는 방법 추천드리려고 합니다. 빠르고 쉽게 설명해 줄 테니 넘기지 마시고 진짜 조금만 시간을 제게 주세요. 제가 오늘 소개해 드릴 내용은 많은 분들이 놓치는 현금 지원금 77만 원의 전치인데요. 집에 인터내셔널 전수기 사용한다면 누구나 받을 수 있습니다. 가만히 있으면 한 푼도 못 받지만 약정 끝날 때마다 아빠 고주기만 하면 나가는 지출이 똑같고 새 제품을 쓰면서 인터넷은 최대 47만원, 전수기는 최대 30만원을 받을 수 있습니다. 이 지원금 가장 많이 그리고 설치 당일 지급받을 수 있는 곳을 소개해드리겠습니다. 그곳의 전체는 바로 아정당! 아정당은 아주 많은 상품을 정직한 요금, 당일 지급 앞글자로 다 왔다고 해요. 인터넷 가입과 가전 렌털 함께하는 국내 가입자 수 1위 대리점입니다. 매달 8,000명씩이나 가입하고 매년 4,000개 넘는 후기가 쏟아지죠. 그리고 직원들의 얼굴 홈페이지에 단단하게 내 얼굴 연합하기 때문에 더욱 믿을 수 있습니다. 렌털 사이트는 보시면 전수기뿐만 아니라 건조기, 공기청정기, 비데까지 다양한 제품들이 있는데요. 원하는 가격대 브랜드별로 한눈에 비교할 수 있습니다. 가장 좋았던 것은 상담 시간인데요. 365일 일요일에도 밤 10시까지 상담이 가능해서 바쁘신 직장인이나 자영업자분들도 편하게 전화를 가능합니다. 상담부터 설치, 일정, 저율도 당신분의 전화로 다 끝나죠. 마지막으로 하나도 아존다는 14만 유튜브 공식 채널까지 있는데요. 이번 협업 기념으로 이연산 시청하신 분들 중 아존당 구독만 하셔도 아이폰 14 같은 최신 핸드폰 진전 이벤트를 한다고 하니 구독하시고 당첨 기회도 꼭 놓치지 마세요. 여러분 원하는 게 뭐예요? 인터넷, 제약종, 전수기, 비데? 잠시 말고 일단 한번 전화해보세요. 짜잔.
Что мне сделать? Что сделать? Не мешаться. Ты прям говоришь, как моя свекровь. Вот, вот, я и говорю, не мешаться. Не, лук надо.할머니 우리 기대가되지? 이거? 어, 나 엄청 기대된다. 어렸을 때 먹는 맛이 나올 것 같은데? 현이도 야채 볶음 도전? 뭐야? 욕한 것 같은데? 야, 죽고 어떡하지, 아진아? 아진아 ой, шапит, шапит, шапит. Ну да, тоже помощь. Ну ладно. Ну, побольше не надо? Все, приятного аппетита, спасибо большое. Ну хорошо смотрится, да? Угу. Теперь надо попробовать. Ой, горячая. Угу. Хорошо получилось. Угу. Тебе надо майонез? Давай. Ой, мама, это вкус из моего детства, по-моему. Правда, это не совсем овощное, тут с мяском маленько. Ну, надо. А с хлебом точно. А с хлебом все есть. Ну вот, как будто дома побывала. И местная приправа хорошо вписалась. Угу. Очень хорошо. Я на этих на билетах на самолет могу сэкономить. Не летая местную еду нашу есть. Нет, ну ты знаешь, вот давно не ела и такое даже немного ощущение, что даже скучала. Ну а как ты думаешь, хоть маленько-то нужно хоть по чуть-чуть-то. Mm-hmm. Не все, только корейскую, нужно это, а раз-то пятилетку и разбавить. Ага. А, подожди, ты сейчас... Российская еда. Ты сейчас в Корее сколько получается? Больше недели? Что, скучала или все еще пока хочется корейскую еду? Не скучал ни капли. Это вынужденная мера. Раз я сегодня устроила себе спортивно-разгрузочный день, значит, нужно разгрузиться овощами. Вот и все. Да, мама, корейская еда тебя захватила, я смотрю. А? Конечно, я же тут то на недельку приеду, то на две, то на месяц. Период прибывает. Вот я сейчас подумаю, может, на годик у вас остаться? Чтобы уже до конца всю корейскую жизнь прочувствовать. Начиная с кухни, заканчивая жизнью вообще в этой стране. Получится. А, да? Ничего себе, как у тебя, когда тебя это, перечная, это, как это, порошок влияет. Нифига себе. Я ее, значит, уговариваю. Баба, тут такая страна, тут горы, красиво, тут я, тут и ты. А корейская еда, я вот смотри-ка, как тебя мотивирует. Слушай, да, это просто
божественный напиток, как говорится. Не, ну правда, ради такой кухни можно, конечно. И переехать, да? Да, да. Это просто слух моих нет. Нет, на самом деле, вот как ты говоришь, сколько? Раз в месяц? Раз в месяц так покушать, и можно кушать корейскую еду, а потом еще раз в месяц что-нибудь что, скучал? Да, будет достаточно. И корейскую кухню пробовать, ну класс. Не, ну сейчас такое в животе, мама, классное ощущение, что так вот давно не кушали нашу русскую тушеную капусту. Ну блин, она, по-моему, в таких количествах диетической не получится. Получится! Ты думай так!